Всем привет! Не выдержали мои нервы натиска погоды. Посмотрела прогноз погоды, что у нас холодает, причем холодает несколько дней, будет понижение температуры до минус 3. И мне что-то так жалко стало свои труды и свои томатики, тем более экзоты, которые я посадила первый раз 17 апреля в теплицу. Я подумала. В прошлом году я накрывала, но в прошлом году температура опускалась до минус 1 в это же время где-то. Поэтому как-то было все-таки не так страшно. Накрывала несколькими слоями спанбонда, пленкой, и мои томаты устояли. И, в общем-то, достаточно рано дали хороший урожай. И допоздна мы собирали прям, ну, такой отменный урожай томатов. Красавцы, молодцы. Молодцы томатики. Коньку. Там красненькие есть. Краснеют. Несмотря на то, что лето было холодное. А в этом году я посмотрела минус 3 несколько дней, ну не рискнула. И все томаты, я те, что высадила в грунт, я их взяла, принесла вот такие ящики, вложила полиэтиленовые мешки и выкапывала томаты один за одним, просто плотно так вот укладывала один друг к другу и перенесла домой. В общем, мы сейчас дома с моими томатами. Видите? Стоят они у меня тут на ковре, на пленочке, в тепле. Рядом подсветка у меня, так, чтобы они не страдали. Конечно, им там было значительно комфортнее в теплице. Они у меня так вот заматерели, задубели. Стал лист такой темно-зеленый. Это прошла почти неделя же с момента высадки в грунт. Было тепло достаточно. Ну и в свете новых вот таких вот изменений с погодой, все-таки я не рискнула их оставлять. Не хочется мне вот этих экспериментов, потому что я смотрю, кто-то из соседей оставил такие томаты в теплице. Вчера мы ходили, это уже второй день заморозков, и смотрю, как бы картина-то не очень хорошая там. Похоже, что подмерзли очень хорошо. Буду высаживать не раньше, чем через неделю. Мне кажется, ничего страшного. Лучше я лишний раз повожусь, потрачу время, силы, но сохраню томаты. Мне не хочется совершенно, чтобы вот все мои труды напрасно пропали. Видите, как погода? То прогноз был такой очень хороший. Я же посмотрела долгосрочный прогноз погоды. И там вообще плюс-плюс-плюс по ночам. Ну, днем как бы не очень так тепло было. Там плюс 10, плюс 13. Но это же не как в Сибири, что я смотрю, там сугробы, люди садят томаты в теплице, необогреваемые, и еще каким-то образом удается им сохранить. Но я не знаю, как. Вот, но мне даже минус 3 ночью достаточно, чтобы беспокоиться о том, что у меня томаты могут накрыться медным тазиком. Ну, приняла такое решение, перетащила и не жалею. Зато я не ойкаю, не охаю, не стенаю, как соседи. Ой, что будет, что будет. Ой, выдержит, не выдержит. Я через неделю снова заеду, заселюсь в свои теплицы. Я их выкопала позавчера, перед началом заморозка. И вот они практически, ну никак вот не сказалось на них. Они стоят себе, мне кажется, и радуются в тепле, и им тепло, комфортно. Я насыпала туда на дно земли, сверху немножко земли, полила их раствором питательным. Им дополнительная подсветка тут идет, и я думаю, они с комфортом переждут эти морозы. Ну а потом потеплее, там уже значительно будет такая температура теплая. Даже если будут в конце мая возвратные заморозки, то уже будет не так страшно, потому что земля прогреется, и там уже не будет такого холода. Земля-то еще холодная. Я когда выкапывала, вот соотношение в теплице было, допустим, плюс 12,
А земля-то вот рука, я так не промеряла, но положишь руку, ну от силы минус 7. И те томаты, которые я выкапывала от края теплицы, там корневая практически не развелась. То есть они сидели, они, им было некомфортно, они не росли, они просто ждали, пережидали этот холод. И представляете, если такая слабая корневая, да еще и минус, и что это будет? Вот, нет. Я там писала девочкам в комментариях, что я уже забрала томаты назад домой из теплицы, не стала жертвовать ими, мне вот это совсем не надо. Ничего страшного, у меня не такие громадные объемы, одна тепличка поменьше, одна побольше у меня. Тем более я вторую только-только начала, там высадила буквально 10 штук, и где-то, наверное, штук 30 я высадила в маленькую теплицу. Не жалею, совершенно не жалею. Не хочу я таких экспериментов. Я потом буду страдать, что я загубила все сорта шикарные. Мне хочется все-таки увидеть, что же я купила, какие экзоты у меня вырастут. Да и такие томаты мне жалко, потому что, ну вон, ну шикарные просто. Шикарные томаты, крепкие. Вот, представляете, вот такие крепкие томаты отдать морозу? Да никогда. Вот поэтому бороться буду до последнего. Мы уже с мужем продумывали разные варианты. Дежурить там возле теплицы, жечь костры, поставить свечки в теплице. Потом думаю, да зачем мне вот это беготня 3 или 4 дня, которая будет. Потом, пока это воздух прогреется, пока это все там отладится с температурой. Это, зачем это нужна такая нервотрепка? Вот, привезла, поставила и жду. Подожду недельку, а потом назад высажу. И все. Мне кажется, они даже, вот я их высадила, они даже не повяли. Вообще не повяли. Никаким образом вот это на них не сказалось. Мне кажется, они, бедняги, даже аж вздохнули, что их тепло принесли. Там у меня на заднем плане вот такие лопухи уже выросли. Шикарные просто баклажаны. Но их я буду высаживать не раньше, чем, наверное, недели через 2-2,5, когда уже совершенно тепло будет такое стойкое. Два сорта всего я садила. Это у меня там цокконики и ротонда бьянка. Поэтому не так много их у меня. Буду тоже беречь. Не хочу я ничего покупать, если что-то замерзнет. Хочется все-таки посмотреть, что вырастет из того, что я посадила. Ну и перчики уже вот такие шикарные. Перцы у меня буду сажать тогда, когда уже земля будет теплой. Иначе они тоже отстанут и в росте, и в развитии, и позже будут плодоносить. Они только-только набирают сейчас свет. Если что, я просто уберу цвет, а посмотрю. Если хватит им питания, то и не буду убирать. Я не прищипываю бутоны в пазухах первые. Не знаю, я особой разницы не вижу в прищипке. Что так хороший урожай. Вот кто смотрел мои видео и видели, какие томаты были в прошлом году. Во-первых, здоровущие. Выросли, я не знаю сколько, сантиметров 80-90, такие громадины были, увешанные были перцами. Прищипываю, не крочу я растения лишний раз. Пасынки, да, пасынки лишние можно убрать, как у баклажанов, так и у перцев.